Молодой человек. Девушка. Прошу прощения, барышня. Деньги не проблема. Дайте мне, пожалуйста, алкозельцер, значит. Две пачки аспирина, ревоксин, левомицетин, парацетамол, пектусин, валидол, фуразолидон, амбразол, димедрол, папазол, нафтизин, мукалтин, виферон, пенасол. Где? Кто ты? Я нигде не расписывался? Не-не-не. Да, извините. Друзья, давайте перенесемся в Камызякскую поликлинику и посмотрим, что же происходит в очереди к логопеду. Здравствуйте, извините, пожалуйста, а кто последний к логопеду? А, братан, а здесь не по очереди, здесь по степени тяжести. Так, кто у нас тут 32 буквы не выговаривает? Щ. Вы, да? Щ. Да, проходим. Да, курточку снимаем, проходим, конечно. Обычный обход в Камызякской районной поликлинике. Азамат Тахирович, хромаете прям как доктор Хаус. Это в Америке только один доктор Хаус хромает, а у нас вся медицина. Хватит ржать, я 7 уколы поставлю, вон воды в кране до хрена. Давайте быстренько обход сделаем. Просто сегодня хочу пораньше освободить, чтобы завтра попозже приехать. Короче, по результатам анализов в следующий год проходишь ты, а ты не проходишь. Шучу, шучу, все проходят, слава богу. А, кстати, слава богу, чуть не забыл. Магазин сноубордов вот прямо напротив нашего здания. О, спасибо, спасибо. Такой парфюм приятный у него. Давайте, что у вас? Ну, как бы у меня этот, как... Говорите, говорите, говорите. Я когда... Давайте, говорите, что врач принимал. Ну, я нажим... Короче, ему срочно 4 кубика с буквами. Пусть сидит, учится, слова составляет. Хотя бы коротенькими словами надо с врачом разговаривать, чтобы врач понимал, что болит у вас. Так, какой руке? Вот здесь. Оп, не угадал, сегодня без таблеток. У нас вообще нет таблеток. Галина Михайловна, зачем ты это говоришь? Ты же видел, он сам честно проиграл. Галина Михайловна, я слыхал, ты в Москву собираешься? Слушай, ты там в аэропорту побольше бахил набери, пожалуйста, а то смотри, что у нас творится. Хорошо. Вот, нашел. Спасибо вам большое. О, отличный выбор. Слушайте, а вы за рулем? Да. Вы не могли бы меня до столовки подбросить? Конечно, поехали. Я просто на Ягуаре никогда не ездил. После пластической операции. Ну? Вот у вас новое лицо. Вот вам зеркало, знакомьтесь. Все. Это что такое? Это что? Это просто пакет подожгли и на лицо накапали мне, что ли, а? Господи, это что у вас в кармане зимней куртки лежало, и вы мне пришили, что ли, а? Это что, блин, собака с улицы притащила? Что это такое? Это в магазине все по 48, вам за 47 продали, что ли, а? Где вы вообще эту кожу взяли? Из дубленки Дукалиса, что ли? Я понял, это розыгрыш. И сейчас Валдис Пирш мне вместе с цветами нормальное лицо принесет, да? Нет, женщина, успокойся. Женщина, да вы что, блин? Какая женщина? Друзья, на прошлой игре мы показали номер про Камызякскую поликлинику. После этого нам позвонил мэр и попросил ее больше не показывать, а то реально ремонтировать придется. И именно поэтому очередной обход в Камызякской районной поликлинике. Это не поликлиника, дурдом какой-то. Че вызывали, че за срочность такая? Ну так понедельник, 9 утра, на работу надо все-таки. Фу, ты из-за этого, что ли? Нет, нам звонили из Москвы. Теперь мы будем заниматься весенним призывом. О, наконец-то ремонт на кухне сделаю. О, блин, вслух сказал, да? Ну что, боитесь меня, трусишки? Годин, 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 годин. Ладно, не переживайте, пойдут самые здоровые в армию. Видите, вон, Шойгу на меня какую ответственность возложил. Он не сегодня, завтра министр здравоохранения будет. Потом министром экономики. Потом министром образования. Это что получается, я из-за вас теперь со всем правительством переругаться должен, что ли? Так что давайте начнем. Может быть, кто-то добровольно здоров? Я! Нет, нет таких войск. Давай, иди домой.
Так, ты, иди сюда. Психологический тест. Что видишь на этой картинке? Влюбленную пару. Точнее. Я и ваша дочь. Я тебя предупреждал? Я тебя предупреждал? Вот теперь не обижайся, будешь служить на подводной лодке. Может, в подводной лодке? Вот все будут в подводной лодке, а ты будешь на подводной лодке. Так, у тебя что? Вот молодец, вот теперь хорошо, молодец. А вы вчера смотрели «Жить здорово» с Еленой Малышевой? Ну, мне интересно же, елки-палки, зачем ты смотришь? Я в прошлый раз смотрел, она пришла в костюме желудка, что-то урчала, урчала, всю передачу делала. Я переключил ее. Давай сюда, что у тебя? Так, дисфункция секреции биологически активных веществ в результате нарушения вегетативного генеза. Ты смотри, как он красиво завуалировал. Сикается он. Брехня, косит он. Ну, брехня, не брехня, Норик. А вот у нас в инфекционном отделении один симулянт умер. Да вы что? Да, 4 дня не верили. Щекотели, щекотели, бесполезно. Знаете, как я догадался? Я смотрю, апельсин никто не ест. Азамат Тахирович, вот жалко, конечно, что у нас женской армии нет, как в Израиле. А то б сейчас здесь столько девчоночек в юбчоночках стояло. Девчоночки, юбчоночки. Ты что, блокнотик Расторгуева нашел, что ли? Армия — это сугубо мужское дело, понятно? Так что медкомиссия — это все формальности. Ребята, вы все годные. Это почему? Почему, почему? Потому что для камызякских пацанов армия — это единственный шанс жизни хоть что-нибудь поносить от Юдашкина. Летний кубок — это игра чемпионов. Сегодня помимо чемпионов на сцене и в жюри, в зале присутствуют еще 2 чемпиона. Это Дмитрий Колчин, Дмитрий Шпинков, редактор высшей лиги КВН в составе команды «СОК» и «Обычные люди». Мы считаем, что будет несправедливость, эти ребята не поучаствуют в этой исторической битве. Поэтому, друзья, просим вас на эту сцену. Дмитрий Колчин, Дмитрий Шпинков, команда КВН «СОК» и «Обычные люди». Присаживайтесь, ребята. В очереди к диетологу. Слышишь, это они. Да. Ребят, отдайте, пожалуйста, автограф. Это ж вы в Angry Birds снимались. Да ладно, чё ты? Ладно, ладно, действительно, чё, мы не люди. Вам же к диетологу нужнее. Тебе ж нужнее. Ой, доктор, спасибо вам огромное. Ребята, вот такой диетолог. Димка поможет тебе, ага. Я хочу вам совет дать. Вы бы долго не сидели, а то вас сейчас эвакуатор заберет. Так, ладно, хватит, Дорохов, прекращай. Люди вышли помочь на самом деле. Ребята, спасибо вам огромное, что вышли. Вот вам цветы. Ешьте только их, и все будет нормально. Друзья, мы несколько раз показывали в КВН номера про камызякские муниципальные объекты, такие как Камызякский суд, Камызякская мэрия, Камызякская больница. И во всех этих учреждениях дела пошли в гору, кроме больницы. И у нас есть последний шанс в ней что-то исправить. Так, у кого есть медицинские полюса? Давайте, все идите отсюда. В смысле? Вот так вот все идите отсюда. Видишь, что захотели, елки-палки? Вы что, хотите, чтобы я в новогоднюю ночь бесплатно принимал, что ли? Идите все домой, все. Чего у нас так жарко, Галина Михайловна? Да я просто рентген прибавил, а то что-то холодно было. Рентген прибавила. Вот ты молодец, смотри. Как здорово, что мы с тобой Новый год вдвоем будем встречать, да? Дежурить здесь вдвоем. Вообще-то втроем. Вообще-то ты тупой, намеков не понимаешь. Сейчас бы сидел бы дома, нормально праздновал Новый год. Какой Новый год у меня дежурство? Че я вас, одних оставлю, что ли? Русик! Не смейся, как чайка, это плохая примета. Все, давайте, обход сделаем быстренько.
На начало хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Спасибо, спасибо. Спасибо. Да, всех поздравляю, кроме... В смысле? Кто? Кто это? В смысле? Скажите, кто? Кого? Кто? Ну что вы заладили? Кто? Кто? Прям вот терпения нет нифига. Сюрприз будет. Под елкой увидите с утра вон. Давайте, Макаров, иди сюда. Короче, пришли твои анализы. Тебе срочно надо аппендицит вырезать, а у нас наркоза нет. Доктор, а это больно? Нет, знаешь, по ощущениям, как будто комарик взял ножом и аппендицит вырезал. Доктор, скажите, а когда будут делать мне уколы? Просто так здесь лежу и все. Никогда. Мы от этой зависимости вас лечим. Лежите. Какой еще один? Ты что? Ты смотри, что он показывает. Иди сюда. Доктор. Так. Мне в правое ухо залез таракан и не вылазит. Серьезно? Что? Залез таракан и не вылазит? Ага, не вылазит. На что, жалуетесь? Что? Доктор спрашивает, жалуетесь на что? Что? Жалобы, говорю, на что у вас? А, он туда-сюда быстро перебегает. Ладно, все понятно. Тогда неси два фонарика, один резко в рот включим, один резко вот в ухо, и он отсюда выбежит. Какие фонарики? Вы в своем уме? Мы можем МРТ сделать за 22 400. Ну, фонарики так, вот фонарики. Приходите вот через 10 дней. Через 10 дней приходите вместе с двумя фонариками и батарейками. Что? С двумя фонариками приходите! Кстати, Азамат Тахирович, там Афанасьев из комы вышел. Да ладно, что так быстро? Полгода лежал, тут вышел, что ли? Ну, а я что? Ладно, на, дай. Только если попросит, отдай. Хорошо. Ладно? Одинокая ветка сирени. Джин-тоник подействовал. У тебя... Галина сад... Михайловна, я его убавлю, чтобы ага. он вам здесь мозги не пудрил. А вы тогда это... Утром прибавьте, чтобы голова не болела. Хорошо. Все, я пошел в свою семью Новый год встречать из-за кое-кого. Ты этот, могли бы с тобой в Крыму переночевать, да? В каком Крыму? Это я операционную так называю, там просто света нет у нас. Ладно, давайте, через 10 дней встретимся. Через 10 дней встретимся, через 10 дней встретимся. Вот я не пойму, вроде крепкий парень, не знаю, сглазили, что ли, тебя? Это все-таки я. Шучу я, Сочи – уникальный курорт. Здесь вы можете найти любой вид отдыха и лечения. И, конечно, в Сочи есть свой центр восточной медицины. А, ничего не делаю целыми днями, вот сижу, втыкаю. Ни одного клиента нет, представляешь, вот один только был, и все. О, наконец-то. Здравствуйте, ты смотри, вдвоем пришли, молодцы. Добро пожаловать в наш храм здоровья. С чем пожаловали? Да делать было нечего, вот приперлись что-то. Я тебя как учила? Страдаю пагубной привычкой алкоголизма. Понятно. Смотри у меня. Смотри у меня. Главное, начальник, кота к ветеринару, теперь меня сюда. Так все, я сказала. Но это же хорошо, что вы сами пришли. Вы понимаете, что вылечить алкоголизм без желания пациента, это же невозможно. Но слава богу, я уже так думал. Так долго манишься, нет. Мужчина, Азамат Тахирович, помогите, но он же уже до ручки дошел. Он уже из этой ручки чернила пьет. Вот-вот, алкоголизм это зло. Вам надо немедленно избавиться от этой вредной привычки. Слышь ты, ежик. Сейчас еще раз вырыгнешь, я тебя на спину переверну, понял? Ладно, все, Николай, давайте, успокойтесь. Давайте начнем. Скажите, пожалуйста, вам прививки от оспы делали? Не помню, пьяный был. Как так, ее же в третьем классе делают. Согласен, хвастаться нечем. Вот видите, какая ситуация, а? Ну расскажите, в чем суть вашего метода? Ладно, вы знаете, мой метод очень прост и гениален. Вы знаете, я возьму, значит, его ладошку и иголкой просто и стыкаю вот так. Он потом даже за стакан взяться не сможет. Да ладно, я шучу, что вы. У нас организация очень серьезная. Вы знаете, нам даже звезды обращаются. Вот недавно я Верку Сердючку вылечил. Прямо этими иголочками? Да, вот так взял шарики, проткнул, вот так шапку сбил. Говорю, Андрюха, соберись! Ты же взрослый мужик! Смотрите, у вас ежик что-то затих. Уснул, что ли? Очень хотелось бы надеяться. Так, Николай, просыпаемся. Вот это значит, все не снимаем, ходим полгода, потом ко мне приходим, я вам сам уже все сниму, да? Давайте. Да ладно вам, Сережа, что вы? Не бойтесь, сейчас комарик укусит и все. Оп, ой. А это что за звук? Не знаю.
Я знаю. Ты же мне торпеду разбил. Ну хана вам теперь, держите! Ни для кого не секрет, что скоро в Олимпийскую деревню съедутся лучшие спортсмены со всего мира. А обслуживать их будут лучшие специалисты со всей России. Итак, декабрь, 2013 год, Камызякская больница. Здорово жить! Так, а лапицы? Вот Елена Малышева, смотри, какая молодец! Да. Молодец! Как она все это придумывает, интересно? Фантазерша! Ты посмотри, вышла в костюме печени, вылила на себя бутылку коньяка и увеличилась. И сразу всем все понятно, пить вредно. Давай новости посмотрим. За здоровьем олимпийцев, а также гостей Олимпиады, в Сочи будут следить лучшие российские врачи, которых лично отберет президент Олимпийского комитета России Жуков. Вот! Ты слышал? Все, в Сочи еду. Жуков приедет. Нашли кому доверить. Главное, пел, крошка моя. Теперь что? Главный по Олимпиаде, что ли? Это другой Жуков, не из руки вверх. Это Жуков, который в Москве. Памятник, что ли? Не тупи! Жуков! Главный по Олимпиаде. Здоров! Не могу. Не могу так работать. Хожу с пустым чемоданом. Ни лекарств, нифига. Я ж даже вместо уколов людей просто за попу щипаю. А это что за чемодан? А мы не на Красной площади, чтобы такие вопросы задавать, понятно? А что ты буксуешь, блин? Что буксуешь? Азамат Тахирович, между прочим, скоро в Сочи на Олимпиаду поедет, лучший врач. Тихо, ну не решено же еще. Жуков приедет, пригласит лично, тогда уже все. Из руки вверх, что ли? Ты еще скажи, памятник тупица. Что ты сказал? Че? Фонендоскоп через плечо. Все, хватит вам. Чтобы вот такой путаницы не было, Мухамбаев, иди распечатай фотографию Жукова и раздай всем в больнице, понял? Все, давай. Ну, и какого пенициллина ты лучший врач? А что, ты что ли? Допустим. А еще я знаю, что ты бахилы воруешь и продаешь. О, да, вот это разоблачение. Разоблачение века. Ты прямо сейчас Сердюкова в медицине накрыл. Тоже мне, блин. Так, подожди. Алло, скорая. Диктуйте адрес. Все, выбегаю. Давай. Азамат Тахирович, я так подумал, большому человеку большая фотография. Молодец. Вот теперь иди отсюда, мне порепетировать приезд надо. Так, больной, встаньте, теперь идите. Да, вот вы можете ходить. Теперь впредь аккуратнее занимайтесь олимпийскими зимними видами спорта. Да. А кто это кашляет? Сейчас быстренько вылечу. Здравствуйте, кто к нам пожаловал? Александр Дмитриевич, здравствуйте. Скажите, а у вас церемония открытия Олимпиады утверждена уже? Просто идейка имеется? Конечно, расскажу. Значит, смотрите, все начинается 14 минут 9, ну типа 20:14. В общем, стадион, играет музыка, и из земли начинают прорастать березы, как символ России. Тысячи берез растут быстро. С берез начинает капать березовый сок. Кап. Капельки образуют ручейки, ручейки образуются в реки. Выплывают 4 мощнейшие реки России. Волга, Енисей, Лена, Иртыш, Обь, Амур. Я 4 сказал, 6. В общем... все они сливаются в одну. Бьется фонтан, замерзает. Но это же зимняя Олимпиада. В общем, и тут наверху раскрывается кувшинка. На парапете стоит король российского футбола Андрей Сергеевич Аршавин и торжественно объявляет: Олимпиада открыта. Ну как? Спасибо. Ну, жена помогала еще. С кувшинкой вот эта вот жена помогла. Честно говоря. А можно? Я занят. А я не к вам. Я тоже порепетировать. Здравствуйте. Я доктор Дорохов. Не рэпер. Я хочу, чтобы вы меня взяли в Олимпийскую деревню. Тем более опыт работы в деревне у меня есть. И знаете,
Азамат Тахирович ворует бахилы и продает. А что, теперь предательство будешь репетировать, что ли? А что? А что? Почему нет? Чего нет? Я извиняюсь. Можно я тоже репетну? Александр Дмитриевич, чай, кофе? Чай. И еще один вариантик. Александр Дмитриевич, чай, кофе? Кофе. И еще один вариант. А не будет больше никаких вариантов. Чай или кофе, кофе или чай. Что уж на самом деле? Тихо. Алло. Все. Приехал. Ой. Так, это спрячь. Значит, никаких тупых вопросов. Просто как взрослый, воспитанный. На себя. Понятно, на себя. Давай посмотрим. Ты что, идиот, что ли? Ты понял, да? Повзрослеешь, чтобы все... Ты совсем, что ли, придурок, убери, говорю, ну. Все. Ну, с Гиппократом. Пошли. В машине сидит. Ну тогда с Богом. Крошка моя, я по тебе Здравствуйте! Самый лучший врач. Чай, кофе. Давайте серьезней. В общем, Александр Дмитриевич, вот выбирайте. Кто из нас самый лучший врач и кто поедет в Сочи? Но будьте внимательны. Мы стоим в цветах российского флага, поэтому нас разлучать нельзя. А если серьезно? А если серьезно, мы на самом деле очень хотим быть в вашей команде, потому что вы сегодня были в нашей команде. И нам еще наши деды говорили, там, где Жуков, там победа. Существует такое выражение. Казах без понтов... Это кыргыз. Ой, извини, пожалуйста, продолжай. Казах без понтов, беспонтовый казах. Именно об этом наш первый номер. Случай в аптеке. Здравствуйте. У вас парацетамол есть? Есть. А его в Дубае можно пить? Не знаю, я его вообще в Монте-Карло пила. Да не, я просто завтра туда бизнес-классом полечу. Меня Нурсултан Абишевич попросил там поработать просто немного. Ой, нас всех в Казахстане Нурсултан Абишевич попросил поработать. Ладно, хватит болтать. Дайте мне самый дорогой парацетамол, и вот сдачи не надо. Ой, денег тогда тоже не надо. Еще. В Камызякской поликлинике нет аппарата для эндоскопии, поэтому пациенты глотают камеру GoPro.